В Україну повертається Dave Game. Столиця рада зустрічає всіх геймерів та розробників. Тут можна і себе показати, і на інших подивитись. Ну що, підемо пограємо? Найбільша міжнародна конференція для професіоналів ігрової індустрії в Східній Європі повертається в українську столицю, аби надолужити згаяне. Тут представлені всі етапи розробки в області комп'ютерних, консольних, соціальних і мобільних ігор. Каждый год проходят мероприятия в Минске, в Москве. И вот в этом году мы вернулись в Киев. Последняя конференция проходила в 2013 году. Но мы все-таки решили опять вернуться как бы, в наш родной край. Да? Хочется посмотреть, как изменилась индустрия. И, возможно, тоже принести какие-то новшества, потому что с 2013 года как бы, очень много изменений было и в программе, и в принципе в контенте. Вот. Поэтому... Решили посмотреть, как в этом году все пройдет. Відвідувачі мали можливість не лише одним із перших пограти в новенькі ігри, а й поспілкуватися з їх розробниками, які із задоволенням приймали геймерів. Собственно, наша игра продается на Steam, на Oculus Store. Ну и я, наверное, просто обязан похвастаться. Вот у нас две ачивки. Лучшая VR-игра. Сейчас мы вынуждены больше склоняться к западному рынку, потому что туда раньше зашли VR-шлемы. Oculus там сейчас хорошо продается. То есть в основном это американцы, британцы, немцы. У нас шлемов просто у пользователей довольно мало, и ориентироваться на наш рынок – это себе в ногу стрелять. Но мы, тем не менее, показываем, рассказываем про нее. Есть VR-клуб, VR-хаб на Почтовой площади, это мои хорошие друзья, у них есть ключик, у них можно поиграть в нашу игру, и мы устраивали даже вестерн-вечеринку, посвященную этой игре. На конференцію також були запрошені представники відомих на весь світ ігрових студій, серед яких King, Ubisoft, Rafury, Lemberg, Guerrilla Games та TinyBuild. Вони радо ділилися своїм досвідом, секретами успіху і шляхами вирішення проблем, з якими можуть зустрітися початківці в ігровій сфері. Майже весь контент був присвячений розробці ігор і лише дещо маркетингу. Ну, собственно, как бы мы являемся и разработчиками, и издателями игр, выпускаем мы казуальные игры free-to-play. Ну, то бишь у нас бесплатные совершенно игрушки на App Store и на Google, как он там называется, Google чем-то там. Собственно, жанры основные, в которых мы разрабатываем игры, это Match 3, Hidden Object и City Builder. Ну, собственно, мы продвигаем на всех мобильных платформах, в основном это iOS и Android, ну и Windows фоны. Pirates and Pearls, это наша последняя игрушка, это Match 3. Це, ну, собственно, саме новеньке. Досвідчені розробники і початківці в цій справі мали можливість обмінятися досвідом і налагодити контакти. У дружній атмосфері проходили доклади, майстер-класи, круглі столи і церемонія нагородження. Я сейчас вот почему-то не играю в игры вот от начала до конца. Уже не ловлю кайфа от именно от процесса пройти игру там. Я вот что-то мне нашел в какой-то игре, допустим, Шерлок Холмс от Frogware. Вот она мне немножко заинтересовала и тут же переключился вниманием на какую-то там сайфайную тематику. А почему-то все боятся делать фокус, фокусную игру какую-то на конкретную аудиторию. Почему-то пытаются делать как бы для всех. А, ну, так как мы понимаем, еще раньше игры были, это более гики, это, ну, может, дети какие-то там, подростки. Не всем были интересные игры. Сейчас это более масс такой маркет, что ли. То есть это новая медиа. Люди, які дійсно займаються своєю улюбленою справою, ніколи не втомлюються від неї. Тож розробники, за плечима яких написання не однієї гри, у вільний час не забувають про місії, які не встигли пройти. І з нами вони поділилися своїми вподобаннями. Мы делаем игры для мобильных устройств, и мы входим в десятку самых крупнейших компаний в мире. Первая игра, которую я сделал один, это было очень давно, и она мне нравилась, да, она не была такая популярна. У нас вот сейчас в компании 800 сотрудников, но когда-то компания начиналась с 4, и даже тогда уже получалось. Но тут вопрос... Какие цели стоят? Помимо того, что я играю в наши игры, да, я еще играю в игры компании Blizzard, вот-вот-вот, да. И поэтому в игру Герои Шторма я вот играю от начала и до конца, но там тоже конца не видно. В Контру не играю, нет, я слишком стар для Контры, нет. В Overwatch, да, в Overwatch играю, Контра нет, Dota тоже для чуть более молодой аудитории. Вот, поэтому я в LoL, ну нет, нет, уже времени не хватает. Так граю, в Sims. Стільки, що гравці у Доту будуть заздрити.
дуже сильно. Там стоїть Just Dance, а я сьогодні цілий день на трансляції, і я хотіла в нього зіграти. А щодо інді-гравців, ой, до інді-розробників, я не знаю, що там є, тому що я не глядів. Топ ігор в метро. Це, мабуть, Candy Crush, далі 2048, мабуть, ще Асфальт і ще якась там матч-3 гра будь-яка. Маємо надію, що український ринок ігрової індустрії розвиватиметься дуже стрімко. Тому закликаємо робити більше подібних конференцій, аби наші розробники мали більше можливостей для презентації своїх продуктів.